идет Дима. С папою идет Дима. Куда же Дима идет? Как он думает, а? Ты куда идешь? Это, сними этот дом-то. Сниму, дом и дом. Что снимать его? Сними. Как будто откуда-то с дерева снять. А, и там цветочки. Как будто весна прям наступает. Да. А там он, да, цветочки. Да. На весну, да. Это апрель какой-нибудь. Поверись ко мне. Дима! Ну поверни что ко мне. О, Господи. Ну, Жень, ну подожди, что мне с ребенком поговори. Ну что ж ты его прям в лужу-то ставишь, а? Что все никак, да нет. Господи, ну. Так, Дима. Ладно, оставляю тебе Диму. Ну подожди. Дим, слышишь, мы сейчас с тобой пойдем, знаешь, куда? Куда? Магазин игрушек. Ну учти, ты должен взять такую игрушку, в которой ты будешь играть. Понял? Понял. Такую, в которой ты будешь играть, а не просто абы. Ты понял меня? Ты подумал, какую ты возьмешь? Дим. Я возьму пожарного сына. У нас она будет, да? Да. Ну, магазин игрушек. Идеально. Здрасте. Мы пришли. Что вам? Смотри. Выбирай. Давайте выбирай. Из меня плохо снимать. Я думала, у него прям будет это, восторг. Сам, я хочу, чтобы он сам выбрал. Давай, Дим, ты сам выбирай. То, что ты будешь, то, что тебе надо. Тогда лучше это. Иди. Что? Вот это. Что это? Что именно, Дим, ты видишь, что? Пистолет. Пистолет? Да. Пистолет. Который? Автомат, наверное, да? Автомат совсем. Смотри, вот такой вот хочешь? Да. На батареечках. Да? Да. Давай сейчас достану, посмотришь его. Ну, тут расскажешь, сколько тебе годков исполнилось? 4,5 почти. Да. В январе будет. А, если у вас нет. А, вон так. Да, еще, по-моему, там вот это вот. А то, что я думала, там может разлетается еще, вылетает чего-нибудь. Нет. Нет? Надо тебе будет такой? Да. Точно? Точно. Ты играть будешь в него? Да. Ну, попробуй. Ой, в вальчиках неудобно. Так, попробуй. Так тебе удобно будет? Ну. Нравится? Да. Давай. Коробку положим? Или так понесешь? Да. Давайте, мы еще что-нибудь сейчас выберем, наверное. Давай, коробку положим. Ради одного пистолета. Еще, Дим. Все, ты можешь. Давай, еще что-то. А покажете нам вот там, где вот молоток? Да. Там каска. Там молоток хорош? Я вроде хороший смотрю, там молоток. Это у нас был, у нас прям тоненький совсем он был. Сломался быстро. Смотри, там каска, молоток, а, или топор. Этот фонарь, а, молоток? Наверное, будет, я так подозреваю. Угу. Нравится тебе такой молоток, смотри, да, там. Возьмешь? Возьмем. Будешь? Ну, как ребенок откажется, когда предлагает? Не, он первый раз просто в магазин, мы ни разу не ходили, вообще ни разу. Вообще ни разу? Да, я думала, у него там сейчас восторг, там. Будешь брать? Возьмем? Ну, смотри, и каска есть, и все есть. Будешь? Берем? Давайте ее тоже. Okay. Туда же. Машинки. Где? Машинки. Вот смотри, вот здесь вот машинки. Вот там вот смотри. А что там помимо каски? Что еще? Молоток, фонарик. Машинки. Посмотришь, какие будешь брать. Смотри, вон там внизу есть. Вот такая вот есть. Смотри, там маленькие машиночки. И там получается автотрек, да, какой-то, где они ставят. Давай лучше набьем. Нет, тут он светит. Ну, тут он светит? Да, сотые машинки. Вот такие хочешь? Да. Они маленькие. Может, ну, это вот такие? Поэтому...
их выбирает. Потому что все. Ну, попьешь. Или вы рекламу не смотрите, ничего. Все. Вы девственно чистые. Да, да. Все, ясно. Ну, все равно он тянется к ним. Он сейчас занят сам уже. Где? Сейчас это. Все. Ну, короче, вот такой альбом вышел с вами. Слышь, Дим? Слышь. Это я тебе подарю. Смотри, о, смотри, какие фломастеры папа тебе. У тебя прям как будто день рождения. Один. Я купил две стерки, одну тебе, другую мне. Сейчас только я найду. Давай мы сейчас с тобой будем это выбирать. Вот смотри, паровозик стерка. Машинка стерка. Вот какой тебе больше нравится? Это стерка. Нет, это моя будет стерка. А паровозик тогда моя будет. Давай я сейчас достану. А маме. Ну сейчас-то все. Стирать будем. Точно? Стерка? Это стерка, да. Там только такая. Динозавр там. Смотри, какая стерка. Ага. Слушай, это прям как это, в коллекцию коллекционируют люди, бывает. Так, ну все, ладно, я пойду потихонечку. Вот, разбирайтесь. Ну идем, Дима, это поставь сначала туда. Так, ну и вот мы пришли домой. Столько игрушек Диме купили, да? О, как стреляет. Столько игрушек. И молоток, и каска там. Ай, сейчас там шутится. Здесь вот маленькие машиночки. Это вот машинки для вот этого трека. Здесь полицейский участок, динозавр. Вот мама захотела. Вот тут вот, да. Что-то мне казалось, что мы прям больше набрали. Может быть, все как раз. Ну да, вроде все они. А, вон еще, да. Ты уже сам распаковываешь. А это что это, а? А это значок. Это, наверное, полицейский. А, или нет, это не полицейский, это рабочий. Здесь вот, кстати, очень хороший на треке. А, ну такой, ну, топорик больше. Топорик. Ну такой у него хоть ножка нормальная. Можно поколотить. А это что это? А это фонарик. Фонарик? Так он работает? Ты сейчас вроде нажимал. Ну подожди, дай-ка. А, нет, подожди. Это фонарик. Вот тут вот. Тут вынимается. Штучка держишь? О, держи вот так вот. Это что это? Ух ты! Фонарик классный. Даже там, представляешь? И цены такие прям низенькие-низенькие. Да? Цены прям вообще просто великолепные. И фонарик есть, и каска. Всего 550 рублей. Ну-ка. О, она тебе даже доходит. Ну-ка, повернись-ка на меня. О, классно. И топор, и фонарик. Все, теперь соседке не повезет. Ты его только выключай, да, фонарик? Все, пошел работать. Можно было только, наверное, ему вот это и купить. А тут вот... Вот тут я взяла посудку, такой чемоданчик, где все в чемоданчике. Тут трек, но я хотела давно такой трек. Здесь полицейский участок, чтобы вот, ну, какая-то такая игра. Вот эта машинка для трека. Ну и динозавр. Там было два динозавра, я хотела их, ну ребенок хотел вот этого. Ну прикольно так с динозавриком. Да? Вот. Ух ты, как он светит, смотри, хорошо. Ух ты! Путь. Чё? Ну вот, получился у Димы вот такой вот полицейский участок за 1500. Честно говоря, я думала, что он почему-то... Ну, почему-то я думала, что он пластмассовый. Но она не пластмасса, а такая вот плотная. Как картонка, падает. Что ли, еще надо проклеить там. Мам, помоги ты мне, а? Ну, вот, да, только вот они... Падает. Снизу у них тут надо немножко подточить, подпилить. Нет, подклеить. Или приклеить, да, может быть. Плохо стоят они, да? Да, плохо. Фух.
Да. Молодец. Какой наборчик. У мамы уже тут с камерой. Ну да, я уже. А что за дырка-то вот эта такая? А это вот от умывания. А, это там тут вода забивается. Красиво, как папа, смотри, как красиво. Клеит. А тут какая. От воды пузырьки, а тут вода забивается. Моя. И мойка, смотри, и плита, ты будешь готовить как раз, поставишь сковородку. Так это пока снимем, потому что там раз, давило. Включил. Еще должна потом, быть одна. Где яичница плевалась? Еще одна ложечка должна быть. Что такое тут? Ложечку еще не видела? Вилка. Нож. А, вот она, да. Нож. А что тарелка? А, вот где тарелка. Где сковородка? Шик. Такие они, слушай, кстати, прикольные. Такая плотная, кстати. Я такую же хочу. Такую же хочу. Такую же? Ну, приходи, папа, чаще играть к нам тогда. К Диме. Да, папа? Да. Почаще приходи играть. Слушай, вот еще вот наклейки. А это там давай смотри. А, вот еще короткая есть. Вот сначала короткую. Короткая. Так, ну... Да. А тебе тогда да, желтый. Я смотрю ролики, вот, которые ты снимаешь. Вот видишь, ты везде, я в трусах. Я не знаю, что ты хочешь в трусах-то, понятно. Ну, потому что на даче жарко, дома жарко. На улице вообще он там зима. Я как стриптизер стал уже. В трусах, в трусах, в трусах. Бедные подписчики. А им говорят. Ну хорошо, хоть не в стрингах. Ну, слава богу. Слава богу. Или не голышу. Это вот что это будет? Пока не знаем, Дим, пока не знаем. Купи себе на этот костюм кигуруми. Как у меня там в единорожке. У меня в комнате прохладно. Ну, прохладно. А как раньше у тебя прохладно, а ты все равно ходишь в трусах. А я люблю, когда холодно. О, что там посыпалось? Немножко перепутал. Ну ладно, ну, папа начинает. Так кто ты меня отвлек? Так, китчен, китчен, китчен. А где китчен? Ну, смотрите, набор. Всего 700, где-то там вот, 735 рублей. Так. Целый чемоданчик, подожди, куча подожди, всего. Подожди, мне кажется, я неправильно его сделали. И жестенькое такое все. Приехали. Чего неправильно опять? Папа. Может, вот эту штуку надо было наоборот, чтобы сюда что-то складывать? Ну-ка. Если что оттуда складывать? Сейчас скажу. А, слушай, точно, она же это. Так, вот. Потому что сюда можно будет посуду класть. Папа. И вот теперь смотри, Дима. Вот видишь, сюда можно повесить ложки-вилки. Вот тут, правда, места не хватает. Тут. Хотя нет, почему? Хватает. Вот. А где у нас лежат эти? Слушай, а капусту потуши нам. А, нет, фу, это маленький потуши капусту. Помыл. Спасибо. Это морковка у меня, да? Да. Морковка. Капусту маем потушим. А яишенка, Дим, яишенка будет сегодня? А что, так помидор, что ли? Да? А я думаю, это яблоко такое. Да съем. Сейчас посмотрим, что это все. Ну, правильно. Ну, спасибо. Яишенка у тебя жарится капуста. Там? Ладно. Что, она подписана там? А, вот это как крышки. А, две тарелки, все правильно. Ну, все, мы все собрали. Так что, Дима, у нас целая кухня. Ну, Зай, ну не снимайте меня ради бога. Так ты яичницу кушаешь? Ну, я яичницу кушаю, я для ребенка кушаю, а не для подписчиков. Ну, интересно же. Не проглоти, не подавись. Сейчас тебе помогу, скажи. Опа. Съела я ее. Съела. Вообще, если я додать. Еще раз. Мастер-класс. Женя готовит капусту тушеную. Берем капусту. А, даже, подожди, а ты ее помыл? Капусту ты помыл? Вот сюда ставить. Шик-шик-шик. Раз-раз-раз. Положили. Положили. Закрыли. Поставили. Так. Пип-пип-пип. Поставили варить. Пип-пип. А тут что у нас? А, вот включили. Все. Варится. Варится капуста.
Дожди, смотри. А ты что, целую капусту кипит, варишь? Кипит, не кипит, нет, еще пока не кипит, да, целую варю. Все, закипело. Закипело, все. Так я думала, ты ее хотя бы это, порежешь. Да как ее резать? Ножичком. Цельная, конечно, цельная. Да, тут ножи же есть. Она цельная. Цельная? А как мы ее есть должны? Так, а как я? А? Как яблоко. Как яблоко? Ну, папа, ты нас накормишь, я чувствую. Так, Диме, я сварил капусту. Дима, вам на завтрак капуста, сыр, овсянка, сыр. Кушайте на здоровье. Она полезна. Полезнее. Ну все, уже мама все съела. Кочерышка осталась. Одна кочерышка осталась. Так, давайте я вам сварю. Кого? Морковку. Морковка. А, помыть сначала. Помыли. Положили. Накрыли. Так. Поставили. Включили. Варится. Кипит. Отключили. Достаем. Так. Дима, вот вам морковка вареная. Кушайте. Ам-ам. Все, съели. Съели. Так, морковь съели. О, а это помидоры, что ли, я не пойму. Что-то больше варишь. А, персик. А давайте персик, потушим перчик. Эти как его, голубцы. Внутри мяса, как будто бы. Ага. А мясо у тебя где? Сейчас, подожди. А, налили воды. А я в прошлый раз воду. Так, лук не помню. Это не лук, это какой-то апельсин вообще. Так, да. Надо воды налить. Наливаем полную кастрюлю. А ты в прошлый раз воды не налил. Тут именно. Поэтому она у нас подгорела. Кладем. Пипир. Поставили. Варится. Послушайте. Закипело. Закипело. Включай не быстрее. Включай. Все. Так, убирай. Сейчас я тебе голубец положу. Так, голубец. Диме голубец. Дима сегодня молодец. Получай голубец. Ням-ням-ням-ням. Так, ну апельсины-то не варят. Да, может, варят. Слушай, а вот можно из тех вот, где мы это... Касса, там тоже есть продукты. Их можно сюда добавить. Давайте мы с кассы добавим продукты сюда. Я как раз думала об этом, когда покупала. И их тоже готовим. О, я курочку сейчас потушу. Дорогие мои друзья. Да я сейчас курочку потушу. Дима. Сегодня у нас курица. Дим, смотри, как курица готовится. Сначала мы ее моем. Сначала мы ее моем. Моем. А то мама ругаться будет. Потом кладем. Видишь, как помещается хорошо. Потом наливаем воду. Ай-яй-яй. Ставим. Пи-пи-пи. Включили. Раз. Готовим. И накрываем. Она поместилась, смотри. Все, курица готовится. Готова. А ты послушай, кипит или не кипит? Духа поставь. Кипит или не кипит? Выкипает. Подожди, она должна какое-то время еще кипеть. Она не сразу готовится. Ну, что такое хитрое, она? Готовит. Сколько она готовит с курицей-то? Час. Ну, ладно, здесь. Целый час. Все, Дима. Так, она горячая. Ты куда ее рукой ты хватаешь? Положи на место. Она горячая. Ее надо аккуратненько ложечкой так достать. Она же в кипятке варилась. Это вообще, конечно. Ничего страшного. Ага. Если у тебя курочка завалится за кухонный гарнитур. Так, вот вам нож. Сэр, вот вам нож. Дим, вот вам нож. Что ты там, кукурузу приправишь? Вот вам вилка. Вот вам вилка. Кушайте курочку. Ты ее нарезай. Крылышки я отрезаю, ножки. Ням-ням-ням. Вот ее отрезай. Ням-ням. Смотри, как надо кушать. Смотри, как папа кушает. Давай. Берем вот так вот курочку. Раз, привет. И отрезаем тихонечко. Дим, ножку. Крылышко. Маме крылышко. Ам. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, Диме крылышко. Ай, курица убегает. Диме крылышко. Шик-шик-шик. Дим, крылышко кушай. Ням-ням. Маме ножку. Ням-ням-ням-ням. А папе грудку. Все, курица готова. Ам. Так, деньги нам сейчас не счет. Давайте сварим кукурузу. А, я думал, ты скажешь, давай сосварим деньги. Кукурузу.
А давай дедовский. Дима, а ты когда-нибудь кукурузу варила? А мы сейчас с вами кукурузу, смотри. Что помещается все туда. Вот. Это похожего на бот. Ставим кукурузу варить. Я, правда, ее не варил ни разу. Она только варится. Так, нажали пик. Пип-пип-пип. Кукуруза варится. Свое. А ты послушай, кипит или не кипит? Нет. Нет еще. А ну-ка еще раз послушай. Еще раз. Нет. Я что, тихо булькаю? Ты кипит же. А, кипит. Так, стоп. А, отвечай, да. Так, курицу мы съели. Так, доставим. Папа, а ты чаем? У нас будешь поить чаем? А тут чайник что, Дима? Чайника нет. Кукурузу грызть будешь? На, держи. Горячая кукуруза. Горячая кукуруза. Чайника нету. Давай сварим. Угу. Варим суп, называется. Курица, да? Да. Морковка, кукуруза, помидоры. И сверху яйца варятся. Вот. Мама какой суп готовит. Да. Да? Яично-кукурузная, морковная. И так далее. Сык готова. А что ты, она горячая же. Яйца. Спасибо. А мама? Маме что дашь? Помидорок. А ням-ням-ням-ням? Ну, мама поела. А себе капусту? А себе? Ням-ням. Кукурузу. Кукурузу. Кстати, может как-то кукурузу сварить? Не хотите попробовать? Варили мы летом. А ням-ням-ням? Вкусно у вас получилось? Ну, в этом году нормально. А ням-ням? Так. Давайте сварим как-нибудь. А у тебя есть? Ну, можно купить. Или а ты варить. Видел? А, там же вареный продается. Ням-ням. Пятерочка, я видела, она хорошо запакованная такая. Друзья мои, а сколько времени? Ну, кофе пора пить, наверное. А что время?